сейчас будет слегка запутанное место для поворота направо. Можно сделать ошибку, если не прижаться с правой стороны. Здесь стоит машина, которую нужно сначала объехать, а потом по максимуму прижаться к правому краю бордюра. Сейчас даже пока его не видно. Все здесь едут середина направо. Только это, конечно же, неправильное выполнение. Что тут с пешеходами? Свободно? Пешеходы отсутствуют. Вот последнюю машинку объехали. Выезжающий с прилегающей территории как бы нам должен дорогу уступить. Ну да ладно, дождемся. Дед, ну ты что нам перегораживаешь? А, ты отъедешь от нас. Не хочешь на камеру палиться? Ну давай. Он думает, что ты хочешь в дворы уехать, да? Нет. Так, а мы подъезжаем на правый край. Так, пешеходов нету. Здесь есть знак поворот направо. Подъехали к бордюрчику, смотрели на главную дорогу, что там с главной дорогой, движение есть. Так, он поворачивает. Движение отсутствует. Заезжаем в мини-уширение. Заехали. И с левым поворотником выезжаем отсюда. Все, удачный поворот направо состоялся. Мы молодцы.